Слушай, мне тут сообщили, что ты на прошлом ролике не поставил лайк и забыл подписаться. Не надо так. Обязательно проверь. Подписан ли ты и поставили ли... И поставили ли... И поста... Или стоит ли... Стоя... Лайк! Обязательно! Слушай, ну серьезно. Пропуск видео, только лайк, подписка. Если сделал, пропускаем. Илегу ему выдайте, пожалуйста. А он подписался? Ну, если подписался, то выдайте. Хорошо. Ну что, дорогие друзья, всем привет! Это продолжение проекта «Путь сундуки». Напоминаю, что суть этого проекта — нафармить как можно быстрее 1000 сундуков, при этом не открывать их и не выбивать новых бойцов. Всего 6 бравлера у меня на аккаунте. Из них, посмотрите, 4 легийных и 2 редких. Одного я выбил, когда открыл ШД, а Барли дается, ну, сами понимаете, да? Соответственно, все эти новые персонажи, которые будут падать... Они будут как раз в выпуске, когда я нафармлю 1000 сундуков. Но проект называется «Два косаря сундуков». Второй косарь у Сереги Аурума. Мы с ним запустили челлендж и бок в бок идем, фармим одновременно сундуки. И в конце мы сделаем батл на этих сундуках. Это будет мощнейший батл. Ну просто с таким количеством сундуков батл еще никто не делал. Тем более на новых аккаунтах, где не выбиты бойцы. Это будет шикарная концовка, я вам отвечаю. И сегодня я хочу вам как раз таки показать небольшие результаты. Уже 393 бокса на аккаунте, осталось 7 до 400, еще соточка, потом до 500. И получается, за 3 недели мы сделали полпроекта. Собственно говоря, мы четко движемся по графику. Прогнозируемый был... Короче, прогнозы на конец проекта было где-то 1,5-2 месяца. Соответственно, получается, так оно и выйдет. И это максимально оперативно мы делаем. Вы видите, жетоны не успевают пополняться, как они сходу тратятся. Вот уже 180 жетонов нафармилось, и скоро будет 200. Соответственно, надо заходить, надо их тратить. И я решил это сделать на видео. Но я вам не сундуки хочу показать. Я вам не это. По персонажам у меня тоже идут продвижения. Как вы понимаете... Новые бойцы не выбиваются, покупкам далеко не уйдешь, много золота не нафармишь, соответственно, приходится выбирать, какого бойца ты будешь качать, чтобы, ну, хватило золота, чтобы фармить боксы. Я выбрал БК, у Сереги, по-моему, кольт, и он его уже, по-моему, на фул прокачал. Я вот только, ну, я мог БК прокачать еще раньше, но вот сейчас дошли руки, ребята, сейчас я прокачаю БК на 9 уровень, соответственно, золота у меня нету, придется немножечко закинуть денег. Посмотрим, сколько нам понадобится на золото. 140 евро, ну не так много, считаю. Сейчас мы задонатим, прокачаем быка на 9 уровень, дождемся пассивки в магазине, и бык будет максимального левела. И при этом, ребята, очень главная фишка в том, что я сундуки не открывал. Ни одного сундука не открыл, чтобы прокачать быка. Да, до быка сколько там, ну сколько там, давайте посмотрим. 3 маленьких открыто было. Все. А, после быка один. Ну, блин, я уверен, там не бык тогда выпал. Поэтому ни одного сундука мы не открыли, когда прокачивали быка. И он уже фуловый. Классно, классно. Короче, я пошел донатить. И понеслась фармить жетоны. Так, 170 гемов я покупаю, чтобы купить пак золота. Вы хоть раз покупали золото за гемы? Я думаю, такие безумцы это только ютуберы. Смотрите, покупаем золотишечко. Ой, жесть. Так, и прокачиваем БК на 9 левел. Есть, родной, есть. Все, ребятки, он у меня, смотрите, 9 уровня. Теперь я буду ждать пассивки в магазине. Господи, я чуть не открыл только что вот этот бесплатный ящик. Вот на автомате чуть на него не нажал. Нельзя, нельзя, нельзя. Сундучки не открываются. Все это делается для видосика красиво, ребятки. Но теперь надо пойти подфармить, подфармить боксики. И мы пойдем в ШД. У нас 180 жетонов. Ну, все на видос тратить мы не будем. Это плюс 2 сундука всего лишь, да? 395 будет боксов. После того, когда мы потратим все жетоны. Но, тем не менее, 400 сундуков уже, вот, ну, хочется, да? Но я не знаю, снимать ролик про 400 сундуков или нет. Я думаю, что как будет полпроекта, как будет 500 сундуков, вот тогда и будет видос. Так, сейчас я разбужу Дарксайда, и мы пойдем. Ну что ж, поехали. Вообще, хотелось БК поднять на косарь. Но максимум, сколько мы поднимали, это 700 трофеев. Вот. Так, ну теперь повеселее будет, 9 бык, хотелось бы, конечно, пассивочку, та, которая дает ему бабл, очень-очень жирная пассивка, очень классная. Так, вообще шикарная тима джин плюс бык,
Хорош. Конечно, все делает Джин. Ага, ага, давай, подходи к моему Джину, давай. Подойди. Я немножко затупил. Извините, пожалуйста. Немножко затупил, да. Не думал, что Дэрил выиграет. Но у него бабл, блин, появился после ульты. Я хотел прикрыть Джина, в итоге умер. А, но в любом случае, жетоны были? Были. Поехали. Не, надо топ-1, надо топ-1. Я даже не обратил внимания, сколько дали жетонов. Надо топ-1. Сейчас сделаем, ребят. Ну, первая катка, я только проснулся. Ну, ролик выйдет, конечно, после обеда, вы подумаете, чё? Но записывается ролик в 9 утра. Так. А где банки брать? Мы в ШД сейчас точно? Почему у нас банок нет? Хотя бы боксик какой-то разбить. Вообще ничего нет. Как играть на этой карте? Так. Давай кого-нибудь. Набивай ульту. Ага, Леон наш, да? Ленька. О! Это мне нравится. Давай, давай, притягивай, притягивай. Ну, давай, он же сейчас убежит. Притяги его, пожалуйста. Ну ладно, раз Unreal не хочет, значит он больше что-то знает. Так. Шо ты меня немножко ракую я? Шо ты немножко я меня ракую я? Это сейчас на каком вообще я сказал? Так, тихо, нет, метеорит. Ляп. 4, 3, 2, 1. Ёп, ты, я вылупился. Я не вылупился. Ну что ты вылупился? Я не вылупился, блин. Ну, потихонечку жетончики тратятся. Да нет, с Джином было нормально. Я теперь вообще никого никогда не ударю. Не, просто смотрите, его ошибка была в том, что он мог притянуть этого Леончика. Мы бы минуснули Тиму. Но, видимо, он не доставал к нему, не знаю. Моя ошибка в том, что я даун. А так, в принципе, все делаю нормально. Так. Не знаю, каким образом теперь я буду наносить урон. Но это странно. О, ну в принципе, что-то в этом есть. Нифига себе у Розы, блин. Мне так бесит Роза. Так, хотя, в принципе, по идее, можно прокачивать любого бойца, по сути. Ну, потому что, если я задоначу много гемов, куплю много золота, можно прокачать и всех. Ну, блин, надо ли это? Я, ну, если можно справиться и так. Почему нас одновременно сейчас убивают? Ой, блин, ребятки, ой, блин. Мне отвлекли немножко, поэтому запись прервалась. Все, мы продолжаем бой. Топ-2 мы взяли. Угу. Тихо, стоим. Стоим, пердим. Оп-о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 п. Ну, понятное дело, чтоб я не вынес бы этих всех людей. Ну, плюс 7 кубков. Еее. Так, сколько жетонов? 20 плюс даблеры 40. Кстати, даблеры тоже постоянно надо пополнять, чтобы получать... А, стоп, не 2 бокса получается, а 4 мы получаем, потому что с даблерами. Я все время об этом забываю. Так. Ну, погнали еще одну каточку скатаем. И, может быть, на этом я буду завершать. Так. У него, конечно, на пчеле прикольнее получается. Но, блин, мне как напарнику с Джином было комфортней. Так. Потому что я хотя бы понимал, что мне кто-то поднесет добычу прямо в зубы. Ну, то есть, быком вообще не знаю, как можно подойти к кому-то, кого-то убить. В ШД. Я вообще не понимаю. Как ульту набить? Ну, ультой разве? Ну, а как ее набить? Так. Там Мортис задушил напарника Ворона. Как бы как-то Ворона бы сейчас убить. Но, как всегда, мы сейчас рассоединились. Его убьют, меня убьют. Ну, это ненормально. Вот это ненормально. Ну, отлично, блин, шикарно. Вот осталось ему умереть. Да, он умер, блин, ну прекрасно. И меня зажимают. Ну вот почему он там где-то бегает? Я тут где-то бегаю. Я не могу, блин, от этого Ворона куда-то деться. Он мне не дает. Просто не понимаю я, почему мы играем в дуо, но как будто в соло. О, хорош. Все, минус Тима, прекрасно. Теперь бы где-то убежать. Пум,
Бум. Все. Ни одной банки нету. Обращаю ваше внимание. Так. Так, 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 так. Топ 2. О, тут тоже бык, смотрите. Не, слушайте, вот эта пассивка 1 хп, это топчик. Давайте еще одну катку. Я прям хочу еще, мне очень нравится. Так, сколько? И снова максим... Даже больше, смотрите, 64. А что мы в этот раз... А, мы в прошлый раз топ 2, сейчас топ 1, да, получается? Опа, 394. Ну давайте еще. Смотрите, сколько у нас жетонов еще. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Нам надо сейчас, эта неделя пройдет, что там будет, босс-файт, неважно какой режим будет, но точно не роборубка. Нам самое главное купить билетов, все акции с билетами покупать, потом еще на роборубке купить билетов, и это будет прям предпоследняя роборубка, реально. Это будет предпоследняя роборубка для нас. Полетели. Ой, как далеко. Вообще странная карта, банок нету, я не знаю, что мы играем постоянно без банок. Где их брать? Вообще боксы, где боксы? Как это понимать вообще? Давай, подойди. Ага. Так. Опа. Опа. Я думал, Дэрил с Мортисом. Ну, ладно. Ага. Я так понимаю, банки, наверное, в центре, да? Но в центр никто не хочет идти. Понятно, понятно. Мы знаем, где мы их спрятались. Оп. А я им сейчас просто нервы пощекочу. О. Тихо. Ну, хоть одна баночка есть. Зажимаем, зажимаем, братиш. Зажимаем, зажимаем. Пум-пум-пум. Тихо. Тихо, нам надо отхилиться срачняком. Так. Так, мансим, мансим, мансим. Самое главное мансить. Да ты шо, смотри, что творит Дарксайд. Смотри, что делает. Делает ветер просто. Сейчас отхилимся. И все будет четенько. Тихо-тихо, Дарксайд, живи. Так, хорошо. У меня ульта хотя бы есть, если что, убегу. Еще 4 команды. Я думаю, что ульту для лучших времен оставить, да? Сейчас не самое подходящее время. Так, ну давай, пчелка. Не, ну, Биа очень топовый перс. Ну, не очень топовый, но мне нравится, мне нравится. Так, у меня 7 банок в этом, на этой карте, это я думаю... О, господи, блин! Так. Ладно, не буду тратить ульту. Так. Опаля! Здорово! Бандиты, все, отлично! Вот это пофармили боксиков, я считаю. Так, плюс 9 кубков. Есть. Давайте посмотрим, что у нас. 64? Отлично, ребят, шикарно. Хорошо, пофармились. 395 боксов. По чуть-чуть, вот таким вот образом мы прокачиваем этот аккаунт. Это даже не ежедневно. А вот спустя сколько получается? По 2 часа 20 жетонов дают. Короче... Постоянно, когда только жетоны заполняются, мы постоянно их обнуляем и постоянно ждем, когда накопится снова. И так просто регулярно, ни один бокс не пропуская. Помимо этого, персов апаем тоже на новые ранги, чтобы за каждый ранг дают жетоны. Но видим пока только бык в приоритете, все остальные первый уровень, вот как можем, на все на 500. Но я думаю, быка на 1000, ну... Блин, я никогда не апал быка на 1000, то есть это нереально, мне кажется, для меня. Попробовать можно, я думаю, ну, 800, может, 850, 900 в трио, в команде топов, возможно, я подниму. И это тоже дополнительные жетоны. Но это напоследок, это на добивалочку, если там будет не хватать там каких-то 30 боксов в конце и роборубку ждать неделю, это будет, конечно же, впадлу. В общем, спасибо Дарксайду за помощь, мне пора удачи, спасибо. А вот, на этом все, на этом заканчиваю, ждем пассивку, как только появится пассивка на БК, сразу ее купим, и как только появятся какие-то новости про рекордное количество боксов, обязательно об этом запишу. Ну, не про рекордное количество, ладно, а про какое-то
ну, 500 боксов, какое-то, да, значимое количество. 500 боксов, это полпроекта, обязательно запилю об этом ролик. Что у нас в этот воскресенье? Большая игра, погром. Ну вот, соберем билетики, все дела. Короче, на этом аккаунте, конечно же, каждый день ролики снимать не получается, потому что, ну, просто как фармлю жетоны, я сомневаюсь, что это кому-то интересно. Вам интересно смотреть промежутками, когда уже есть какой-то результат. Будет, будет вам результат. Подписывайтесь, ставьте лайки и скоро увидимся. До новых встреч.